Так, давай дальше. Что у нас на повестке дня, блядь? Так, тут пока задания нету, блядь. На Венере надо шороха навести. Темный карьер проходит вблизи Меркурия. Хотим уничтожить химическое оружие. Давай. На Элладе в атмосфере Венеры проходят ремонтные работы. Согласно данным, на борту находится химическое оружие. Скар и десантники проникнут туда. Мы отыщем химическое оборудование и уничтожим крейсер. Мы готовы к высадке, сэр. Если уж лезете в осиное гнездо, берите ручной пулемет. Самое то в трудной ситуации. Отличная штука для огня на подавление. Самое то в трудной ситуации. Ты, карма. Блять, опять все заново ставить, сука. Пойдет. Теперь вы к бою готовы. Порвите их, сэр. Где это видно? Капитан сам на боевые задачи выходит. Капитан, я получил схему Эллады и готов вести вас. Я помогу вам ориентироваться на корабле и вернуться на задание живым. Понял. Чума готова? Полностью. Поехали. Скар, вышка сообщает. По вашему курсу сильный ветер. Принято, 1-1. Принято, 1-2. Скар, 1-1. Можете лететь. Принято. Вылет дан. Взлет через 3... Шквалистый ветер, 250 эхо. Скар-2, держитесь курса. Есть, набираю. Осторожно, повреждение. Эллада, СДФ прямо по курсу. Есть. Итан, цель в зоне видимости. Подготовка к поиску и уничтожению химического оружия. Тут шустрики. Защищают Элладу. Надо разобраться с ними до посадки. Следите за флангом. Перегрев оружия. А желтенькие, я так понимаю, асы, да? Хорошо. Понял. Молния для нас опасна, лейтенант? Вряд ли, Брукс. И то хорошо. Блять, собака, а. Нихуя наебашили. Бля, блеск подлетать не рекомендую, я понял. Хорошо. СДФ прямо по курсу. Есть. Итан, цель в зоне видимости. Подготовка к поиску и уничтожению химического оружия. Тут шустрики. Защищают Элладу. Надо разобраться с ними до посадки. Следите за флангом. Перегрев оружия. Готов. Рейдер здесь, молния, осторожно. Понял. Молния для нас опасна, лейтенант? Вряд ли, Брукс. И то хорошо. Я на прицеле. Хуй так просто ты его. Одного я аса заебашил. Да-да-да. Снижайся, снижайся. Я атакую. Сверху, рейдер. А то. Блять, он с той стороны собака. Температура склонов.
Готов. Иди сюда. Иди сюда, родной, блядь. Нихуя, да? Сама выжил, блядь. Нихуя, от меня не уйдешь, мана съебаная. Иди сюда. Хе-хе-хе. Иди сюда, иди сюда. Ух ты, падла, блядь, куда делся? Все, готов, нахуй. Убили лейтенанта Рулона, нахуй. Земля прахом тебе. Выше нас по левому борту. Найди точку входа у арсенала. Есть, сэр, помечаю. Принято, вижу. Идем внутрь. Скар-2, удерживать периметр. Стреляйте во все, что движется. Так точно. Уничтожить их. Хорошо. Итан, робота разъебали. Прекрасно, сэр. Ближайшая точка доступа к СЖО в лазарете. Отряд, возьмем под контроль СЖО и двинемся к арсеналу. Химическое оружие на борту, следите за тылом. Есть мы. На борт проникли силы ЮНСА. Огневым группам... У нас движение. Да. Рассредоточиться. Проверь все углы. И шагу вперед, пока не закончим. Вижу одного. На мостике! На 11 часов! Прикрой! Поняла! Прикрой! Меняю магазин! Тут патроны-то хуя нормально. Сэр, лазарет где-то поблизости. Утечка радиации на нижней носовой палубе. Вызову ремонтную бригаду. Повторяю, утечка на нижней носовой палубе. Вызываю ремонтную бригаду. Рейс, мы тебя прикроем, подключайся. Да. Подрубитесь к пульту, сэр. Итан, вхожу в их сеть. Ты подключен. Внимание всех огневых групп. Управление передано на ваш костюм, сэр. Теперь вы управляете давлением и гравитацией. СДФ на подходе. Все чисто. Химикаты в арсенале. За мной. Мы на месте! Приготовиться! Давай, давай. Марш! Ёпы, это вообще... Всё чисто! Разведка сообщает, что уже выкладывают химикаты в боеголовке. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки вместе с кораблем. Капитан, силы противника стягиваются к арсеналу. Принято! Всем занять оборону, я взломаю дверь. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть С-6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они, приготовиться. Огонь! Бля, вон они. Ебать, нихуя себе. Жестко. Чисто. Разведка сообщает, что они закладывают химикаты в боеголовке. На второй этаж получается. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки вместе с кораблем. Капитан, силы противника стягиваются к арсеналу.
Принято. Так. Всем занять оборону. Я взломаю. Да, у меня шоковая граната, хуй с ним, блядь. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть С6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Огонь! А, так они повсюду, ебать. А, ну, тут со всех сторон ебашит, я понял. Блять, это тяжелый момент, если честно. Что они закладывают химикаты в боеголовки. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки вместе с кораблем. Блять, куда бы заныкаться? Принято. Всем занять оборону, я взломаю дверь. Начинай взлом, Рейс. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть С6. Я могу заблокировать двери, но надолго... Я тут буду сидеть, но... Вот и они, приготовятся. Огонь! Сука! Блять, чуть-чуть остался. Блять, жестко, жестко. Ладно, я сейчас возьму этот карму. Карма меня выручит, она быстрее перезаряжается. Принято. Всем занять оборону. Я взломаю дверь. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть С6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они, приготовятся. Огонь! Быстрее, брат! Не прокатывает что-то особо, блядь. Пизда мне еще будет, да? Да. Блядь, с пулеметом я дольше прожил, сука. Разведка сообщает, что они закладывают. Ну, падлы ебаные, блядь. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки вместе. Не само, я по той же схеме, блядь. Принято. Всем занять оборону. Я взломаю дверь. Какие-то ящики, сука. Тут даже лечь нормально нельзя, блядь. Пара дюжин, у них также есть С6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они. Приготовиться. Огонь! Блять, вовремя, конечно, перезарядка, сука, пиздец, блять. Ай, блять, ебаный пулемет, чтоб ты, сука, провалился. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки. Бля, это пиздец. Силы противника стягиваются к арсеналу. Давай нахуй. Всем занять оборону, я взломаю дверь. Есть соединение. Итан, сколько их? Да ебаные ящики, блять. Бесит нам. Вот и они, приготовиться. Огонь! Срочно
Давай, 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 давай. Хорош. Да ну нахуй, 5 миллиметров остался, ну вы рафлите что ли, ёбаный рот, надо мной, блядь. Блядь, я не знаю, ну что делать, хуй его знает, блядь. Образец из арсенала, уничтожим остатки вместе с кораблем. Ёбаный в рот. Принято, всем занять оборону, я взломаю... А, вот, тут можно отсидеться, ёпта, что это, блядь. Это я лошара, оказывается. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть C6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они, приготовиться. Огонь! Ой, тут можно сидеться, бля. А там тоже вариантов выжить нету, бля. Ой, бля. Куда же мне деваться, интересно? Ну тут буду охуле делать. Всем занять оборону, я взломаю дверь. Есть соединение. Буду тут лежать, а что делать? Пара дюжин, у них также есть C6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они, приготовиться. Огонь! Вот тут буду лежать. Надеюсь, слева счастье меня защищают. Бля. Вроде нормально. Я охуенно глюк нашел, вот тут вообще можно, да, вообще никого не убивать, можно находить, лежать. Ну это все. Уничтожить их! Блядь, сука, какая сука, ты посмотри, блядь. Что творит? Чё это? Ну? Доебись. Хорошо. Всё так и должно быть, всё правильно. Уничтожите их! Ну я не понимаю, их надо переубивать, я хуй его знаю. Сейчас я кину этих. Бля, ты вали бы вообще охуела. Слышь ты нахуй. А не открывается. Питание оружия на максимум. Приготовиться к залпу на подавление. Все. Закончились. Хорошо. Что это такое? Тип скаут 2, передняя рукоятка. Что это? Да, возьмем, вдруг охуенная какая фишка. Все.
ты. Ищейки. Антиграмма мне не надо. Куда дальше-то, подъем? Образец у меня. Закладывайте заряды. Давайте убедимся, что этой дрянью больше никто не воспользуется. Заряды заложены. Идем. Все, пошли. Возмездие. Мы идем на выход. Сэр, Эллада теряет высоту. Нужно спешить. Ускоренным маршем до ангарных отсеков. А там что-то заебальцко находится, да, по величине? Бля. Все, раскрошился, блядь. Пидрейра, блядь. Куда идти-то? Медбригада. Срочно в лабораторию 3C. А где мои челики? Я не понял, а куда идти? Я потерялся. Бля, я реально потерялся, нахуй. Или сюда? А, вот, все. Вперед! Итан, мы покидаем цель. Подрывай заряды. Сэр, заряды можно подорвать из вашей кабины. По вашей команде. Взрывай, взрывай. Мне дадите, да? Скар покинули цель. Подрываю заряды. Это должно их отвлечь. Эллада убили вице-адмирала Влада Дерхачева. Мы возвращаемся. Рейдер главному. Миссия завершена. Возвращаемся на базу. Так точно, капитан. Видим вас на радаре. Удачного полета. Мы стерли этот корабль в порошок, да, сэр? Угу. Новость есть? Силы САТО предотвратили химическую атаку на Землю, уничтожив корабль фронта обороны колонии, перевозивший смертельный груз. Несмотря на успех операции, согласно докладам, химический агент не был полностью устранен. Наши эксперты сообщают, что космический вакуум должен воспрепятствовать действию агента, но без точного знания состава нельзя утверждать это с полной уверенностью. Всемирная организация здравоохранения объявила, что внеземные колонии уже занялись предотвращением последствий инцидента. С вами Питер Брайан, репортаж из Женевы. Привет, возмездие, прощай, Эллада! Ура! Убиваешь их, а они все не кончаются. Вообще заебали, вообще не кончаются, бля, правые чуваки. Конца не край, у меня как будто их там нахуй на инкубаторе в яйцевом штампуют. Рождество серии.